выходом на пенсию жизнь не заканчивается, а наоборот начинает играть яркими красками. Дети и внуки выросли, трудовые будни закончились. Можно уделить время себе и заняться любимым делом. К примеру, это рукоделие на курсах по творческому труду. Этот урок по изготовлению корзинки с цветами для серебряных волонтеров самый первый. А вот занятия танцами для нефтекамцев пенсионного возраста привычные. За 3 недели существования в городе движения «Серебряное волонтерство» эти способные ученики не только успели освоить многие движения, но и научились проводить свой досуг с большим удовольствием. В течение этого месяца к нам записалось около 30 серебряных волонтеров. И оно, наверное, понятно, почему это востребовано, потому что люди в этом возрасте, уже находясь на пенсии, но тем не менее у них большой потенциал, огромный профессиональный опыт за плечами, житейский опыт, которым, конечно, хочется поделиться. Всех тех, кто уже вышел на заслуженный отдых и хочет найти себе занятие по душе, приглашают пополнить ряды серебряных волонтеров. Занятия проходят в подростковом клубе «Октава». Можно подойти с 9 утра до 6 часов вечера на улицу Победы, 5, или позвонить по телефону, указанному на экране.